Полторы сотни проблемных заемщиков, у которых банки забирают жилье за долги, приехали в столицу поделиться с главой государства рассказами о том, кому в степи жить привольно. У главного символа, монумента Байтерек, как оказалось, неудачную попытку отговорить людей от похода к главе государства делает депутат парламента Асхат Бекенов. Вот таких заявлений, и у президента, и у правительства, у Нацбанка куча от вас. Вот ваши все заявления лежат все там. Ну теперь послушайте, внимательно послушайте, пожалуйста. С этим человеком разговаривать не стоит. Да, пошлите, не надо. От него, кроме Обана, лжи, мы ничего не видели. Давайте так. Это уже третий массовый визит в столицу. Суть требований проста. Государство не должно допустить, чтобы банки лишили сотни семей крыш над головами. Всякий раз на пути ходоков к президенту бдительная в таких случаях полиция. Вот к гражданам выходят клерки из правительства, принимают заявление и возвращаются во свояси. После 4 часов ожидания народ, наконец, теряет терпение. Я вам разъясняю, что у вас нет разрешения на проведение данного пикета. Это провокация, мы с утра ждем, нам не дают ответа. Как закономерный итог, разгон и задержание всех участников похода на Акурду. Людей гуртом погрузили в автозаки и увезли в полицию.